Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов с описанием по книге «Великие музеи мира». Накладка с изображением Харихары. Гемуру, центральная Ява, остров Ява, 8-9 века, золото, чеканка, обрезка, 36 на 13. Харихара в индуистской мифологии – божественный образ, объединяющие черты Вишну, Хари и Шивы, Хара. Его формирование относится к средним векам и впервые упомянуто в Пуранах. Данное изображение прочеканено на листе золота. Техника репуссы могло служить накладкой на какой-то культовый объект. У божества круглое лицо с крупными чертами, прямой нос, полные губы, большие глаза, на лбу между бровей третий глаз. В длинных ушах персонажа крупные серьги, его волосы собраны в высокую прическу, по всей видимости, богато украшенную. Правая сторона фигуры принадлежит Шиве. Известно, что он изображался длинными спутанными волосами. Их пряди сохранились на пластине. В правой нижней руке бог держит сосуд кундика, верхний – четки аксамала. У ног Шивы бык Нанди, который был его ездовым животным, ваханой. Левая сторона фигуры принадлежит Вишну. В левой нижней руке он держит сферу, верхний – некий атрибут, возможно, являющийся драгоценностью. У ног Вишну. В антропоморфном виде представлена птица Гаруда, его ездовое животное. Ну вот такое описание из книги «Великие музеи мира» к работе «Накладка с изображением Харихары, Гемуру, центральная Ява, остров Ява, 8-9 века». Пока-пока, до свидания.